Строили такие планы на эту планету. Наша Земля была столь милосердно очищена метеоритом, чье имя Апофис. Как много у нас было планов, и все их сорвал один человек. Николас Рейн. Одним нажатием кнопки нас лишили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на Землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными и нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи, предпочли спасать свою жалкую никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. Мы сами позволили им так думать, но мы ушли под землю. Мы следили за их распрями, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт — все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону. Захватим их поселения, захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города. Сегодня мы начнем великую зачистку. Сегодня будет возрождено правительство!
что там происходит-то? Ничего хорошего. Хватаем пушки и выдвигаемся. Уже пора, да? Да, бери снарягу. Как сестра родная. Мы выросли в Винланде. Мать Лили была нам любящим сержантом. А я сирота. У меня нет матери. Ничего, и на твою долю хватит. Говорю тебе, в этот раз все серьезно. Ладно. Тогда чего мы ждем-то? Ты, чем я. Я сейчас! Чуть не насмерть? Не дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрой. Иду. Лили со мной. Черти отправили предупредить другие поселения. Значит, все серьезно. По рации передали. Такой мощной атаки еще не бывало. Я серьезно. Чего мы ждем? Пошли, заработаем. Ты по медальке. Медицина тут бессильна. Сейчас или никогда. Надеваю броню. Тогда давай побыстрее. Прогоним этих тварей обратно в пустоши. О, жесть. Мама тебя потом разорвет за эту броню. Тут внутри еще очень много джерси. А что делать? Выбора нет. О, охренеть! Это даже круче, чем я думал. Thank you.
Думаешь, зря? Завидуешь, Лили? А то! Я стала бы самым юным рейнджером в истории, если бы не эта херня с нанотрибами. Тетя Проули, герой войны, рейнджер и всем пример. Особенно для Лили. Когда мои родители умерли, растила меня. Скажу вам прямо, это сержант, а не мамочка. Жду указаний. Иди сюда!
Это броня Джерси. Джерси погиб, мэм. Кто напялил его броню, тот делает его работу. Цели. Не может быть! Он же мертв! Генерал Кросс? Берите первое поколение! Всех остальных убить! Генерал Кросс, большой злодей, глава правительства. Призрак прошлого, которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно. Если жив, я эту беду поправлю. Сволочь! Назад. Это приказ, слышишь? Осторожно! Попробуем тебя завести. Разряд! Стой! Подожди! Ты чё творишь? Я ж в сознании! Ты-то да. А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Значит, это все. Все, что осталось. Выживших пара десятков. Мы еще разбираем завал. Я видел Проули. Генерал Кросс. Он... Он ее убил. Убил мою мать. Не знаю как, но мы их остановим. Я своими руками сверну шею этому увечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила... Что правительство вернется? Они вернулись. И нам надо что-то делать. Мать знала, что делать. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. В главном штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджерам. Лили, послушай. Я последний рейнджер. Охренеть. А ведь правда.